пришельцы с планеты Микрон-7 уже здесь. Изучая нашу планету, они пришли к выводу, что лучший способ поработить человеческий разум и волю – это музыка. Выяснив это, пришельцы перешли к активным действиям, отправив на Землю троих добровольцев, которые под видом простых украинских неформалов основали музыкальную группу с жестким названием «Фарш». Сумеют ли земляне устоять перед фаршем? Об этом мы узнаем сразу после того, как посмотрим премьеру психотропного видеоклипа группы «Фарш» на песню «Антонимы». Теперь-то я понял, неважно какой ты, хороший или плохой, главное рубиться до фарша. Надеюсь, фаршировка ваших мозгов прошла успешно, и теперь вы полностью готовы к любому инопланетному вторжению.